Вопрос. Как часто купать собаку с шампунем и просто водой? То есть тоже это, ну, целая группа вопросов здесь задают мне по различным породам там и так далее. То есть я вот объединил это все в одно целое. Ну, я вам скажу так, что нужно скупать собаку по мере ее загрязнения, да. Просто водой вы можете хоть каждый день, хоть 10 раз в день, собственно говоря. Вот как в природе собака, она может 10 раз речку переплыть, там 10 раз в лужу залезть, да, и ничего страшного с ней не произойдет, да. Ну, тоже в зависимости от того, там, если это зима на улице, да, там, а вам выходить на улицу, ну, вы тоже думайте головой, стоит вам купать собаку или не стоит, она просохнет она у вас или не просохнет. А так, в плане простой водой вы можете, если температура окружающей среды вам позволяет, вы можете это делать неограниченное количество раз. Вот, да, собака, если вы где-то возле речки находитесь, она может сама там залезть, искупаться и так далее. То есть в этом ничего страшного нет. Теперь, как часто нужно мыть собаку с шампунем? Ну, здесь тоже индивидуальный подход, тоже я считаю, что по мере загрязнения. То есть как только вы заметили, что уже там не просто там грязь какая-то, которую можно просто водой смыть, а уже какой-то сальный какой-то налет на волосах такой, да, собака там начинает жиром мазать одежду там вашу, да, ну, естественно, тогда собачку нужно искупать с каким-то специальным, я вот акцентирую на этом внимание, что вы просто там ферри, там, например, там, или мылом человеческим, или человеческим шампунем, естественно, мыть не стоит. Поэтому зайдите в зоомагазин, купите специализированный, сейчас очень много специализированных видов шампуней всевозможных, для длинношерстных, для короткошерстных, для жесткошерстных, там, я не знаю, там есть шампуни профессиональные, там, для ежедневного, например. Но все равно я любыми видами шампунями только по мере загрязнения. То есть каждый день я не рекомендую мыть, потому что жировой налет, который защищает липидный слой, вот этот, кожу собаки, его смывать, собственно говоря, не стоит. Так что вот по мере загрязнения.